British Council и посольство Великобритании в Баку объявили о начале фестиваля британских фильмов. В качестве главных площадок для их просмотра выбраны киноцентр Низами и пространство современного искусства Ярат. Это уже 7-й британский фестиваль фильмов, организованный British Council в сотрудничестве с посольством Великобритании и Министерством культуры. В этом году он продлится до 15 марта. В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Я уверен, что наши двусторонние отношения будут развиваться и станут еще прочнее. Полагаю, киноленты участники фестиваля придут совсем по вкусу. В этом году мы решили посвятить кинофестиваль теме изменения климата и призвать широкую общественность к решению этого важного вопроса. Мы покажем 7 фильмов в рамках этого кинофестиваля. Художественное объединение Cool Connections открыло фестиваль ретро-комедии «Герцог. История об ограблении и борьбе за справедливость», перенесенная на киноэкран. В рамках фестиваля будут продемонстрированы примеры современных британских классических фильмов, в которых задействованы и 2 обладателя премии «Оскар». Фарид Джабаров, Заур Дадашев, Рауф Мамедов, Новости СТВ.